приветствую, друзья! В эфире Афиша. Последний уикенд лета нужно провести на полную катушку. Как знаю я, Анна Троян. Последние солнечные деньки, давайте проведем с удовольствием. Насладимся мороженым, свежим воздухом и научимся чему-то новому. Для этого приходим в торговый центр выходной на мастер-класс. На занятии «Чудо-сказка» вы сделаете необыкновенную аппликацию. Оформить буквы в необычном стиле теперь станет вам под силу. Берем с собой вдохновение и детей. Вход свободный. А в субботу люберцы ждет масштабное событие. Третий Московский областной фестиваль национальных культур соберет весь колорит и многообразие нашего региона. На празднике вас ждет яркий концерт, а на нем национальные танцы, угощения и разнообразная развлекательная программа. Такое событие пропускать нельзя. Приходите! Вечер субботы и даже больше предлагаю провести по-летнему классно. На Наташинских прудах состоится заключительная в этом году ночь кино. Мы увидим три картины отечественного производства. Это «Ленты», «Рубеж», «Танки» и «Последний богатырь». В прокат фильмы вышли в этом году. Так что одеваемся теплее и обязательно берем с собой вторые половинки. Ночь обещает быть интересной. А в воскресенье готовьтесь, отложите все дела на потом, ведь вам предстоит окунуться в разноцветный мир веселья. 26 августа фестиваль красок разукрасит Центральный парк. На этот раз праздник полностью посвятили российскому триколору. Так что испачкаемся в белый, синий, красный под современные треки. А еще испытаем невероятные эмоции и незабываемые впечатления. Обязательно приходите! На этом все, друзья мои. Ловите лето за хвост и не теряйте ни минуты. Я, Анна Троян, желаю вам нескучных выходных. Скоро увидимся. Пока-пока.